Сейчас я вам расскажу, какие символы, загоревшиеся на приборной панели автомобиля, ни в коем случае нельзя игнорировать. Итак, первое. Если у вас горит индикатор тормозной системы, то, возможно, вы забыли опустить ручник. Но если, опустив ручник, он продолжает гореть, это значит, что у вас проблема с тормозной системой. Может быть, даже произошла утечка тормозной жидкости, ехать на такой машине нельзя. Если вы двигались, то необходимо остановиться и предпринимать соответствующие меры. Если у вас загорелся индикатор охлаждения двигателя, это говорит о том, что температура двигателя выше нормы. Это чревато дорогостоящим ремонтом. Необходимо сразу остановиться и заглушить двигатель. Если же вы увидели на панели вот такой горящий значок, индикатор уровня или давления масла, это значит, что с масляной системой двигателя что-то не так, а без масла двигатель работать не может. Это также может привести к очень дорогому ремонту, поэтому необходимо сразу остановиться и заглушить двигатель. Если загорелся вот такой значок, индикатор зарядки аккумулятора, это значит, что аккумулятор перестал заряжаться, что-то произошло с электрической цепью. И, возможно, вы сможете доехать до ближайшего автосервиса, а возможно, нет. В этом случае я рекомендую в автомобиле отключить все электрические потребители, автомагнитолу, свет, вентилятор, и у вас будет шанс добраться до ближайшего автосервиса, но помните, что автомобиль способен проехать таким образом не более 50 км.